Выходной день, 11 утра. Площадка у кинотеатра «Искра». Под динамичную музыку танцуют дети и взрослые, повторяя движения за тренером. Такое зрелище можно наблюдать каждую субботу и воскресенье. Можно наблюдать, а можно участвовать в веселой зарядке, набираясь энергии и хорошего настроения на весь день. Становится уже хорошей традицией на площадке возле кинотеатра «Искра» проводить утреннюю зарядку выходного дня. Я тоже решила совместить приятное с полезным и пришла сегодня сюда со своими детьми, чтобы выходной начался с бодрого утра. Раз на раз не приходится. То приходит много народу, то, как в этот раз, всего несколько человек. Но среди них есть постоянные участники. Оля и ее братишка Андрюша почти каждый выходной здесь. Они уверены, с зарядки должно начинаться любое утро. Чтобы день начинался хорошо и, ну... Чтобы быть здоровым. Чтобы быть здоровым, да. На крыльце кинотеатра собралось много молодых родителей с детьми. Малыши, хотя и не принимают непосредственное участие в зарядке, но многие стараются двигаться в такт музыки. А мамы и папы надеются, что зарядки станут постоянными, и когда-то и их дети смогут повторять движения наставника. Дочка потанцевала, тоже поприседала, только ходить начала, кстати. На ваш взгляд, это хорошая традиция? Конечно, хорошая. Ну, для здоровья укрепляет, чтобы дети здоровы были. Чтоб не занимались, подвороте не лазили. Начатая в апреле народной дружиной совместно с группой компании «Либер» и фитнес-клубом «Фэмили Wellness» при поддержке городской администрации физкультурной зарядки на свежем воздухе – дело одновременно интересное и важное. Организаторы надеются, будущее у таких мероприятий есть и приглашают заниматься зарядкой по выходным дням. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.